Добрый день, уважаемые партнеры «Фокл». Мы познакомим вас с одной из четырех производственных баз корпорации «Фокл». Это фармацевтическая компания «Фокл». Первым преимуществом этой производственной базы является выгодное географическое расположение. Фармацевтическая компания «Фокл» расположена в одном из крупнейших городов прямого подчинения в зоне экономического развития Бауди города Тяньцзин. База находится в 90 километрах от крупнейшего в Северном Китае морского порта, нового порта Тяньцзин, и всего в часе езды от столичного аэропорта города Пекин. Кроме того, данный район расположен в месте пересечения мощнейших транспортных магистралей, автодорог, скоростных шоссе, соединяющие юг и север Китая. Вторая особенность – масштаб предприятия. Предварительная площадь застройки фармацевтической компании «Фокл» составляет более 28 тысяч квадратных метров с ожидаемым объемом инвестиций не менее 20 миллионов евро. Первая очередь строительства площадью 8 тысяч квадратных метров была запущена в мае 2009 года и окончена в октябре 2010 года. Площадь особо чистых цехов класса 100 тысяч составляет 1500 квадратных метров. Цеха особой чистоты предназначены для производства и расфасовки продукции таблеточного, капсульного и прочих видов. Вспомогательные помещения имеют центральное кондиционирование воздуха и отопление, а также помещение с системой очистки воды, комнату для очистки воздуха, стерилизационную комнату класса 10 тысяч, лаборатории, комнаты для образцов, комнату для обработки и стерилизации оборудования, хранилище, комнату готовой продукции, комнаты для упаковочных материалов, а также сырьевые комнаты. Вторая очередь строительства составляет более 5000 квадратных метров, из которых более 1200 квадратов составляет площадь высокого уровня чистоты. Вторая очередь строительства была запущена 18 апреля 2013 года. Планируемый срок завершения второй очереди строительства – 28 октября 2013 года. К этому времени планируется сдать в эксплуатацию крупнейший в мире производственный цех по переработке сырья для продукции жидких форм кордицепса китайского. Находящаяся в стадии планирования третья очередь строительства по площади составит до 15,5 тысяч квадратных метров и будет оснащена современными складскими помещениями и логистической базой, которая обеспечит организацию своевременной эффективной доставки продукции «Фокл» в любую точку мира. Третья характерная особенность – наличие сертификации. В настоящее время фармацевтическая компания «Фокл» уже прошла соответствующую сертификацию и владеет сертификатами GMP на фармацевтическую продукцию и продукцию оздоровительного питания. Также были получены сертификаты системы качества ISO 9000, выданные по результатам проверки завода Китайской государственной сертификационной инспекцией, и сертификаты системы безопасности продукции HACCP, выданные независимыми экспертами. Стандарт GMP для фармацевтических предприятий определяет параметры каждого производственного этапа. От материала, из которого сделан пол в цеху, и количества микроорганизмов на кубометр воздуха, до одежды сотрудников и маркировки, наносимой на упаковку продукции. Процесс производства продуктов оздоровительного питания в фармацевтической компании «Фокл» осуществляется при помощи приемов контроля производства по системе управления производством фармацевтической продукции, то есть по более высоким требованиям и стандартам. Уделяя внимание каждой детали, мы работаем над постоянным повышением качества продукции. Четвертая особенность –
будущее. По завершении третьей очереди строительства фармацевтическая компания «Фохол» на всех парусах с гораздо более высокой производительностью планирует притворять в жизнь в виде высокотехнологичной продукции все самые передовые результаты исследований научно-исследовательского института Яншан Фохол. А затем, пользуясь преимуществами выгодного положения и развитой системой логистики, поставлять обновленную в расширенном ассортименте продукцию еще более высокого качественного наполнения во все уголки нашей планеты. Планеты Фохол. В самом ближайшем будущем фармацевтическая компания «Фохол» превратится в современное производственное предприятие, объединившее воедино такие функции, как исследование, производство и логистику, что позволит ей, используя все преимущества и особенности, предоставить мощные гарантии в плане качества продукции и тем самым обеспечить надежные тылы для ускоренного глобального развития карьеры «Фохол» на международной арене.